Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, как же правильно переехать в новую квартиру, какие есть правила, народные приметы, традиции, которые все-таки нужно соблюдать. Давайте вместе с вами далее во всем этом будем разбираться. Каждый человек мечтает о том, чтобы у него был такой собственный дом, о котором он мечтает. Возможно, эта мечта идет с человеком нога в ногу с подросткового возраста. Возможно, приобретается в жизни. Каждый представляет его по-разному. Для кого-то важно количество комнат, для кого-то площадь, кто-то желает собственный дом в два этажа, чтобы в нем обязательно был камин, а кто-то рад небольшому, но уютному жилью. Ведь если задуматься, то от того, какого размера жилье, не зависит, будете вы в нем счастливы или нет. А зависит то, что вы в него принесете, притянете, и, соответственно, это будет его и наполнять. Порой люди в огромных домах живут несчастливую и одинокую жизнь, а в маленьком доме пахнет душистыми пирогами и счастьем. Поэтому переезд в свой дом, ведь он будь он из прежнего жилья или из съемной квартиры, всегда значимое событие в жизни человека. Но важно на радостях не забывать соблюдать правила, ведь от этого зависит не только то, какие энергии будут наполнять ваш дом, но и то, как вам будет в нем житься. Наше жилье – это наша крепость, поэтому важно, чтобы она была недоступна для того, что мы не хотим в нем видеть. Это могут быть как нехорошие энергии, так и люди. И важно сделать так, чтобы она помогала нам ощущать себя под защитой, приумножая все то хорошее, что мы уже имеем. Немаловажным является еще и не только то, как это правильно сделать, но и то, что можно, а что не нужно брать с собой в прежнее жилье. И еще одним важным этапом является то, как забрать с собой своего помощника и оберег дома вашего домового. Давайте мы об этом поговорим более подробно далее. Начнем с того, как нужно правильно въехать в жилье. Если оно новое и ранее в нем никто не жил, это сделать немного легче. В таком случае вам нужно взять на новую тарелочку зеленой каемочкой или же такого цвета, 8, а не желтого цвета большого номинала, 8 щепоток пшеницы, горошины черного перца, также купить новый веник. Привяжите на него обязательно красную, зеленую, желтую ленточки. Вложите в купюру любого номинала в ручку, но если есть возможность подобрать такую, чтобы в ее номере была хотя бы одна цифра 8. А также приготовить 3 палочки корицы и 3 пучка лаванды. Первым делом, когда откроете дверь, переступите порог левой ногой, после чего правой рукой перед собой и старайтесь сделать это чем дальше. Нужно высыпать то, что находится у вас на тарелочке, трижды улыбнуться и столько же раз проговорить такие слова. Этот дом свет излучает, положительной энергии только привлекает. Изобилие и достаток его наполняют, а различные проблемы стороной обминают. Как только вы войдете и это проделаете, возле входной двери установите веник щетиной вверх, проговорив при этом такие слова: «От зла и невзгод дом убереги, им за эту дверь пройти никогда не разреши». Тогда сразу закройте входную дверь. Следующим этапом по дому развесьте пучки с лавандой. Один на кухне, возле плиты, другой в спальне, ну а третий на ваше усмотрение. Или в гостиной, или в коридоре. Когда будете это делать, проговорите такие слова: «Лаванда помогает, светлой энергии по дому передвигает. Они беспрерывное движение перейдут, каждому из новых жильцов радость принесут». Затем подожгите палочку корицы и сделайте с ней круг по часовой стрелке, окуривая полностью весь дом, углы и так далее. Проговариваю при этом такие слова: «Счастье в каждом уголке и в метре этого жилья обитает и никогда его не покидает». То же самое проделайте и с остальными двумя палочками. Последнее хорошо курите входную дверь, после чего все палочки возле нее положите, пусть так находится на протяжении 3 дней. Проделав эти простые действия, вы можете въезжать в ваш дом, и у вас в нем будет все очень хорошо.
Вы будете счастливы, семью будут наполнять любовь и взаимопонимание. Через 3 дня соберите то, что высыпали с тарелочки. Веточки корицы вынесите все на природу, выбросите под молодым деревом. Вернувшись домой, окурите его пучком лаванды и проговорите такие слова. Энергетика особая, в нашем доме ощущается. Каждому из нас помогает, окружает, в нужное русло направляет. Если есть проблемы, решить помогает. Биополе укрепляет. Затем также вынесите ее на улицу. На следующий раз проделывайте это с другим пучком лаванды и еще на следующий с последним. Если вы переезжаете в дом, в котором кто-то жил до вас, нужно обязательно провести для начала генеральную уборку. Вымыть все полы солью, очистить все труднодоступные места, убрать паутины, проверить и починить краны, так как они не должны быть в неисправном состоянии. Помыть окна, протереть подоконники, батареи. Вынести из дома вещи, атрибуты или посуду, оставшуюся от старых хозяев. Попросить покинуть дом их домового, если по незнанию люди при переезде его не забрали с собой. Для этого откройте входную дверь, подожгите 3 веточки крапивы, сделайте ней 7 взмахов в сторону двери и при этом скажите обязательно такие слова. «Домовой, ты больше в доме этом не живешь, поэтому уходи и своих хозяев найди». Когда вы это проделаете, крапиву затушите, положите за дверью и закройте ее. Через 15 минут веточки нужно будет вынести и выбросить. Следующим этапом подожгите 3 веточки мелиссы, окурите ними дом и проговорите такие слова. Энергетика этого жилья с энергетикой прежних хозяев разрывается, от их энергии в данном доме и следа не остается. Будут только наши энергии его наполнять и связь с ними обретать. Веточки затушите и выбросите, после чего откройте все окна в доме, установите свечу любого цвета на кухне по центру стола. При этом проговаривайте такие слова: «Хорошей энергии, все в дом наш придите, его наполните, чтобы каждый новый день это только приумножал и благополучием дом наполнял». Свечи дайте полностью догореть, только тогда закройте окна, а огарок выбросите. Когда будете въезжать в дом, для того, чтобы он был наполнен изобилием и богатством, далее проделайте то же самое, что и в первом случае. Не стоит в новый дом брать с собой надбитую посуду со сколами, трещинами, так как это будет не только разрушать то, что вы желаете привлечь, но и сделать вашу жизнь в таком доме не очень счастливой. Не стоит брать за собой и поломанную технику, так как это с первого дня перекроет поступление хороших энергий и отберет у вас удачу и благополучие. Не стоит брать с собой старые кухонные полотенца, скатерть с повреждениями. Для нового жилья лучше купить новую скатерть, которую нужно постелить, как только вы въедете, соблюдая при этом все правила. То же самое касается старого постельного белья. Такие вещи лучше вообще сжечь, чтобы разорвать с ними связь, и они вам не мешали на энергетическом уровне, притягивая к вам ненужный негатив. Не стоит перевозить с собой грязное белье, вещи, поэтому перестирайте их и приведите в порядок перед переездом, чтобы это не привело к разногласиям и ссорам между родными людьми. Если вы решили забрать с собой старое зеркало, на котором есть какие-то дефекты, откажитесь от этой идеи, пока ваш необдуманный поступок не испортил жизни всех членов семьи и счастливое событие, связанное с переездом, не превратил в череду бед и неприятностей. Стоит и после того, как вы перевезете все свои вещи, освободите от них прежнее жилье, хорошо его убрать, чтобы не оставлять свои энергии новым хозяевам. Ведь если у данной семьи будут какие-то проблемы, финансовые трудности, конфликты, все это будет на энергетическом уровне касаться и вашей семьи, что ни к чему хорошему не приведет, и вы сами того не желая, будете притягивать данный негатив в свой новый дом. Когда закончите с уборкой, со всем остальным подожгите свечу белого цвета, сделайте ней 3 круга против часовой стрелки и на каждый из них скажите такие слова: «Все свое собираю, с собой забираю, этот дом опустошаю, ничего больше в нем не напоминает о нас, а значит и не держит с нами связь». Когда закончите, капните капельку воска с данной свечи за входной дверью. Свечу установите где получится, но лучше за дверью, чтобы полностью сгорело. Огарок вынесите в мусорный контейнер
и выбросите. Такое вот простое действие разорвет вашу прежнюю связь со старым домом. Ну а чтобы забрать домового, вам нужно сделать для него специальную коробочку, которую вы должны оформить, приложив к этому всю свою фантазию. Глядя на нее, вы должны ощущать комфорт. Обязательно ему в коробочку положите угощение, конфеты, хлеб, изюм, орех. Можете что-то из фруктов, яблоко, например, а также 3 монеты любого цвета большого номинала. Когда закончите, проговорите такие слова. Домовой, называете имя, как вы его называете. Ты помощник мой, я тебя с собой забираю. В новый дом хозяином приглашаю. Будешь, как и прежде, мне помогать в новом доме уют создавать, семью нашей от недоброжелателей защищать. Разместите коробочку на время на кухне. Закройте дверь и дайте ему возможность, чтобы он в нее залез. Коробочку ни в коем случае не закрывайте. Когда принесете ее в новый дом, разместите ее по центру кухни. Возле нее свечу и подожгите, и скажите такие слова. Называйте имя домового и далее скажите: «Выходи, новый дом свой обойди, свечу поджигаю, чтобы ты ничего не боялся и по дому прогулялся. Огонь также светлой энергии в дом привлечет, чтобы когда будешь дом обходить, мог их по нему разносить». Свечу нужно разделить на 3 раза и на протяжении 3 дней проделывать данное действие. После чего все съедобное, кроме ореха и монет с коробочки, вынесите на улицу и оставьте на природе. А саму коробочку разместите на шкафу в недоступном для глаз месте. Друзья, используйте эту информацию себе во благо. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Всех вам благ, услышимся в следующем видео.